Здравствуйте. Сегодня 20 июля 2020 года. Игорь Алексеевич Шишов. Всем здравствуйте. Мы хочу показать в Ладоге. То есть вот Наташка исполняет обязанности рулевого. У нас с собой тузик. И у нас вокруг пресное море. Пресное море. Сегодня первый день, как вышли в Ладогу. Вчера спустились в Шкерах, вышли из такого фьорда продолжительного. И на выходе в Ладогу нашли остров и заночевали на нем. Сегодня выспались, не спеша проложили маршрут до следующего острова, который будет защищен от открытой Ладоги. До него километров 30-40. Это нормальный такой необременительный дневной переход. И вот мы валим сюда потихонечку. Всем спасибо, всего доброго.